Большая часть Северной Норвегии омывает Норвежское море. И лишь за мысом Нордкап начинается Баренцево море. Из-за теплого течения Гольфстрим Норвежское море никогда не замерзает. Но помимо Гольфстрима, в Норвежском море есть еще три течения. Все они движутся с разных сторон и несут холодную воду на разных глубинах. В заполярных широтах большие глубины, а это километры больше, очень близко подходят к береговой линии. В таких местах часто происходит поднятие глубинных вод на поверхность. Это явление называется зона Апвеллинга. На глубине морская вода очень богата биогенными веществами, которые необходимы для роста фитопланктона. Соответственно, в таких зонах происходит вспышка развития фитопланктона, а дальше, в свою очередь, зоопланктона, которым питается молоть всех без исключения рыб. Зоны Апвеллинга во всем мировом океане очень богаты рыбой. Не исключение и Норвежское море. Из-за вертикальных перемещений воды и мощного ветрового перемешивания, созданного сильным волнением, насыщенность кислородом в Норвежском море очень высокая. Это, в свою очередь, еще больше способствует развитию морской фауны. По видовому разнообразию Норвежское море, конечно, уступает тропическим морям. Однако благодаря Гольфстриму здесь на порядок больше, чем в других морях Северного Ледовитого океана, видов животных и растений. Здесь живет более полусотни морских млекопитающих, обитает больше 200 видов рыб, около 100 видов иглокожих, больше 150 видов моллюсков и несметное количество донных организмов от всевозможных губок и полипов до полихет, асцидий и ракообразных. На глубинах до 20 метров процветают водоросли, в первую очередь буры, самая известная из которых – морская капуста. Морская капуста или ламинария растет на каменистом, скалистом и ракушечном грунтах. В Норвежском море обитает несколько видов ламинарий, две из которых употребляют в пищу. Это ламинария сахарная и ламинария пальчаторассеченная. Идеальная температура воды, при которой быстро развивается ламинария, находится в диапазоне от 4 до 15 градусов тепла. Это одни из самых больших и быстро растущих водорослей в океане. Размножаются ламинарии спорами. За год из одной микроскопической споры может вырасти 5-метровая водоросль. В зависимости от вида, продолжительность жизни ламинарии может составлять до 6 лет, но обычно эти водоросли живут 2 года. У всех водорослей нет настоящих корней. Функцию прикрепления к твердому основанию выполняют ризоиды. Заросли ламинарии служат экологическим убежищем для многих рыб и беспозвоночных, обеспечивая им благоприятные условия для размножения. Главным потребителем ламинарии является обыкновенный морской еж или зеленый еж.
Название он получил за зеленоватый оттенок в окраске тела, которое, впрочем, может изменяться от светло-белесой до темно-фиолетовой и почти черной. Медленно ползая по дну, за сутки еж проходит не больше полуметра, он с помощью особо устроенного жевательного аппарата аристотелевого фонаря тщательно соскребает с грунта водоросли и захватывает детрит. Но самое его любимое лакомство – это морская капуста, которую ежи съедают до самого основания. Этот вид ежей обитает не только в Норвежском море, но и во всем Северном Ледовитом океане, а также на Дальнем Востоке, где доходит до Корейского полуострова. В Норвежском море обитают дальние родственники морских ежей – морские звезды, самая массовая из которых – красный астериас. Однако, несмотря на название, окраска этих звезд весьма изменчива. Наряду со светлыми особями желто-оранжевого цвета встречаются звезды, окрашенные в красноватые и фиолетовые тона. Основной пищей астериаса являются моллюски. Молодь питается мелкими брюхоногими моллюсками, взрослые особи – мидиями и гребешками, которые обитают на открытом морском дне. Правда, эта звезда научилась выкапывать двухстворчатых моллюсков из песка. Выкопав или поймав двухстворчатого моллюска, астериас присасывается к створкам раковины жертвы амбулакральными ножками, слегка приоткрывает ее, а дальше всовывает в образовавшуюся щель свой вывернутый наружу желудок. В этот момент на запах жертвы могут собраться несколько звезд и вместе постепенно переварить моллюска прямо в его раковине. После этого их желудки втягиваются обратно, и хищники расползаются на поиски новой добычи, оставляя после себя пустую раковину. Все морские звезды имеют хорошую регенерацию потерянных частей тела. Астериас не исключение. Из двух или даже одного луча морской звезды в скором времени вырастет целый организм. Помимо пятилучевой звезды Астериас, в Норвежском море обитают многолучевые звезды – фиолето-розовые солястеры, которые также являются активными и прожорливыми хищниками. Излюбленная пища солястера – морские ежи, афиуры и галатурии. В Норвежском море обитает более 20 видов, очень похожих на морских звезд иглокожих животных – афиур. По-другому еще их называют змеехвостки. В отличие от морских звезд, лучи афиур сильно обособлены от диска. Кроме того, у большинства афиур лучи длинные, в несколько раз превышающие диаметр диска, очень подвижные, членистые, суженные к концу и в целом напоминают хвост змеи. Отсюда их русское название – змеехвостки. Их можно встретить как в прибрежной зоне, так и на больших глубинах. Питаются различными мелкими животными и донным детритом. Еще один представитель иглокожих – это галатурия. В Норвежском море массовым видом является североатлантический морской огурец. Характерной особенностью галатурий является наличие у них сильно ветвящихся щупалец вокруг рта, которых насчитывается не менее 10. С помощью щупалец огурец ловит различные планктонные организмы. Морской огурец поочередно втягивает в ротовое отверстие каждое щупальце, на котором прилипли проплывающие мимо мелкие животные.
Живет морской огурец на глубинах от 3 метров до 300. Выбирай песчаные или каменные грунты. Если по каким-то причинам галатурии не понравилось место, она может переползти на другое. Правда, скорость передвижения у нее очень маленькая, всего несколько сантиметров в час. Из всех иглокожих для рыб самыми привлекательными являются морские ежи. Их икра является деликатесом для всех подводных обитателей. Правда, добраться до нее получается не у всех. Галатурии иногда тоже поедают рыбы. Но в очень редких случаях. Они для них не очень вкусные. А вот в морских звездах съедобного почти ничего нет. И охотников ими поживиться на дне найдется немного. Видовой состав рыб при продвижении с юга на север Норвежского моря сокращается. Однако те виды, которые обитают за полярным кругом, образуют массовые скопления и вырастают куда больших размеров, нежели их южные собратья. Больше половины обитающих здесь рыб ведут придонный образ жизни. В первую очередь, это, конечно, рыбы из отряда камбалообразных. Их здесь обитает 10 видов. Основные часто встречаемые виды камбал – это лиманда, морская и речная камбала. Когда-то камбалы плавали, как и все другие рыбы, но постепенно менялись и превратились в таких рыб, каких мы их знаем сейчас. Для того, чтобы защищаться от врагов, камбала выбрала свой путь развития. Она стала передвигаться на боку и также на боку лежать на дне, не отличаясь от него по цвету. Мимикрия – свойство принимать окраску тела, как у окружающей среды, у камбал развито превосходно. Пожалуй, она одна из лучших мастеров маскировки среди всех рыб. Чтобы еще лучше замаскироваться на дне, камбала часто присыпает себя песком и совсем сливается с окружающим рельефом. Глаза у камбалы тоже когда-то были расположены, как у всех рыб, с двух сторон головы. Но постепенно их расположение изменилось. Два глаза имеют более широкий обзор, и рыба может издалека заметить опасность. В течение многих тысячелетий камбалы пытались вывернуть нижний глаз таким образом, чтобы видеть то, что происходит сверху, пока этот глаз не переместился на верхнюю сторону тела. Примечателен тот факт, что камбалы рождаются совсем обычными рыбами. Глаза у них расположены по разные стороны головы, и плавают малыши не боком, а как все остальные рыбы. Но потом они становятся похожими на своих родителей. Глаза переходят на верхнюю сторону, и при движении рыбешки переворачиваются на бок плашмя. Так каждая камбала с момента появления на свет проходит все стадии эволюционного развития, какие этот тип рыб проходил за тысячелетия.
Морская камбала питается почти исключительно беспозвоночными, моллюсками, червями, ракообразными, иглокожими. Рыбы в желудке камбалы встречаются очень редко. В среднем камбалы вырастают до 40-50 сантиметров, редко больше. Исключение составляет атлантический палтус, вес которого может составлять 150-200 килограммов. Хотя обычно значительно меньше. Живет он на глубинах от 20 до 200 метров. Совсем маленький палтус держится прибойной зоны. Когда он начинает подрастать, увеличивается и глубина его пребывания. Палтус – хищник, поедающий рыбу, но он питается также крупными ракообразными, которых способен заглотить. Еще одним ярким представителем донных рыб являются зубатки. Обитают они на глубине от 25 до 500 метров. В Норвежском море обитают три вида зубаток – полосатая, пятнистая и синяя. Самый обычный вид – это полосатая зубатка, или, как ее еще именуют, атлантический волк. На английском часто ее называют и catfish. Аналогично с самом. Свое название зубатка эта рыба получила недаром. Зубатка обладает мощными, широкими челюстями с бугорковидными и коническими зубами, сидящими на нижней челюсти позади клыков и на небе. Ими дробят панцири моллюсков и крабов. Клыки зубатка применяет лишь в том случае, если приходится отрывать от дна вцепившуюся в него добычу. Клыки зубатка может пускать в ход против других рыб или обороняясь от врагов. Изредка зубатка может применять их и против своих сородичей. Интересно, что зубы у атлантического волка быстро снашиваются. Однако каждый год в период похолодания старые зубы выпадают. А на их месте появляются новые, молодые, на первоначально мягких основаниях. Во время этой смены зубов рыбы или совсем перестают питаться, или хватает только мягкую добычу. Примерно через полтора месяца основание зубов окостеневает, и зубатки переходят на свой излюбленный корм. Полосатая зубатка достигает длину 1 метра 30 сантиметров, при массе 14 килограммов. Но чаще встречаются рыбы длиной 30-70 сантиметров и массой до 4 килограммов. Чем дальше на север, тем крупнее зубатки. Следует быть осторожным при обращении с зубаткой, так как она может легко схватить вас своими мощными зубами.
Из 53 видов семейства тресковых в водах Северной Норвегии живут 40 видов. Они составляют почти треть всех обитающих здесь видов рыб. Треска – наиболее многочисленный вид семейства, самым широким ареалом. Треска образует несколько подвидов и значительное число рас. Ее окраска может сильно изменяться – от зеленого цвета до практически красного. Главная из рас – это норвежская Баренцево-Морская или арктическая треска. Она размножается у берегов Северной Норвегии, а откармливается в Баренцевом море. Треска из этой расы достигает наибольших размеров. Средняя величина – 40-80 сантиметров. Но встречаются гиганты длиной 180 сантиметров с массой тела свыше 40 килограммов. Треска также считается придонным видом, хотя часто держится в толще воды. Молодая треска питается зоопланктоном, впоследствии переходит на питание донными организмами. Достигнув всего 10 сантиметров, молодая треска может перейти на хищный образ жизни и хватать своих меньших собратьев, однако при этом сохраняя свой всеядный характер. Совсем крупная треска весом в несколько килограммов и более полностью переходит на питание рыбой. Молоть некоторых видов тресковых выработала оригинальный способ защиты своей жизни. Так мальки пикши первые месяцы жизни проводят в толще воды, укрываясь от хищников под куполом самой крупной медузы в мире – цианеи. На щупальцах этой медузы находятся сотни миллионов стрекательных клеток, выстреливающих парализующим ядом за тысячную долю секунды. Жертве, попавшей в такой капкан, ни за что не выжить. Поэтому мальки пикши надежно защищены от опасных хищников, готовых поживиться беззащитной молодью. В Норвежском море к донному образу питания молодь пикши переходит в конце первого лета своей жизни. Пикша, или как еще ее называют хедок, питается афиурами, мелкими моллюсками, ракообразными, червями и другими донными видами животных. Пикша отличается черной боковой линией и черным пятном ниже боковой линии с каждой стороны тела. Если треска и пикша относятся к придонным видам и большую часть жизни проводят около дна, то сайда, в отличие от них, стайная пелагическая рыба, живущая обычно в толще воды. Несмотря на пелагический образ жизни, сайда никогда не встречается далеко за пределами материковой отмели. То есть она обитает над глубинами не более 150 метров. Сайда – пелагический хищник, основной пищей которому служат мойва, песчанка и мальки других рыб. Молоть сайды привязана к прибрежным районам. Спасаясь от хищников, в том числе и от своих более крупных собратьев, она сбивается в очень плотные стаи и старается подойти близко к берегу. На мелководье крупные рыбы обычно не выходят. Норвежское море – одно из немногих мест на планете, где рыбные запасы остаются практически не подорваны рыболовным промыслом и браконьерским ловом. Несмотря на это, норвежские власти бережно относятся к своим природным ресурсам, занимаясь охраной и воспроизводством ценных промысловых видов рыб.